Всем здорово! Я поспал пару часиков и готов устроиться на новую работу. Работу таксиста. Ну что, вызываем такси и погнали. Я уже позвонил старому шефу и, конечно, уволился. Послал его куда подальше с его чаевыми. Там реально работать развозчиком пиццы очень дешево. Мне нужна работа получше будет. У нас уже будет своя машина, и можем даже участвовать в каких-то дрифтах, гонках, возможно. Хорошо, наш такси скоро подъедет. Сегодня взял на работу с собой кастет, ножик и бейсбольную биту, и также пушку. И если клиенты не будут платить, мы, конечно, будем с ними разбираться по-своему. И вот мы и прибыли, друзья. Работа таксистом. Хорошо, нужно пройти здесь дорогу где-нибудь, вот здесь можно пробежать. Может, светофора нету. Пробежим, посигналили. Обалдеть. Новое место работы, и реально таксист рассказал, что можно срубать до 5000 в день, если у тебя крутая тачка и очень большой опыт. Конечно, я хочу поработать таксистом, возможно, я надолго не задержусь, потому что мне хочется реально подняться, участвовать в гонках, купить себе крутую тачку, и чтобы вот такие девочки смотрели на меня почаще. Тут пытаются ребята на кого-то подписаться, просятся подписаться на кого-то, и тут тоже, видимо, какая-то рекламка. Хорошо, ох ты, сколько тут тачек. Тут в основном у нас Волга, ГАЗ-24. Ну, в принципе, для начала неплохо. А вот, кажется, наш будущий шеф. Пойдем поговорим. Это круто, друзья, нас приняли на работу. Ну что, первый рабочий день, и мы выбираем тачку. Ну, в принципе, выбирать тут нечего, у нас тут ГАЗ-24, это Волга. Давайте, наверное, возьмем вот эту машинку. Я вижу, что ребята просто трудятся, и реально расширяется контора. Значит, что есть будущее контора. Хорошо, погнали уже, наверное, в город. Сейчас аккуратненько выйдем вот здесь. Аккуратненько выйдем, посмотрим, как у нас смотрится из кабины. Наша машинка, ее можно, конечно, прокачать, поставить гораздо круче диски, поставить, наверное, покруче бампер и освещение неоновое сделать снизу. И реальных клиентов будет гораздо побольше. Хорошо, друзья, выезжаем, наверное, уже отсюда и скажем диспетчеру, что мы свободны. Да, можно уже сказать, я уже сказал диспетчеру, и ждем новый заказ. Так, есть заказ, первый заказик есть. Мы, конечно, будем нарушать, чтобы гораздо больше денег срубить. Мне нужно очень быстро раскрутиться, начать делать опасные трюки и уже зарабатывать реально... работать на самого себя. Ну, чувак, садись. Наш первый клиент. Так, окейшки, 3 километра практически. Ну, держись, погнали. Сейчас довезем тебя быстро. А у нас, кстати, сегодня есть... Ну-ка, посмотрим, как у нас работает дрифт. Ох, да, сегодня можно подрифтить даже. Я давненько мечтал себе тачку и подрифтить. Правда, нашу машину мы разбили. Пардон, кого-то мы охот сбили. Все нормально? Очухалась? Да, очухалась, все в порядке с ней. Так что это не ДТП. Так, 3 километра, ну реально красный, мне прям чимся, конечно же, нам нужно срубить очень много бабла и быстренько подняться вверх уже, по служебной лестнице, прям на красный, прям чимся, можно даже дрифтануть, ну-ка, подай-ка попробуем, главное тачку не разбить, потому что заплатить за тачку новую, у нас денег просто нету. У нас всего лишь 900 баксов в кармане, ночка была очень жаркой и потратили много денег, сможем тут подрезать, неплохо получилось. Центр города, каким-то небоскреба. Кстати, можно даже устроить какое-то шоу, парашютное шоу, и реально будет много зрителей, и может срубить реально много денег. Получить реальную славу, спокойно. Промчались. Я думаю, сегодня будет без происшествий, мы привезем тачку целости и сохранности, и, в принципе, заработаем немного деньжат, чтобы завтра сделать трюк. Опасный трюк, с помощью нашей машины мы припрыгиваем на BMX и происходит взрыв. Это будет реально крутое шоу. Так, ну что, красный, ну постой маленько. Чувак, надеюсь, ты не торопишься. Ну, кстати, диски можно поменять, они можно поставить реально такие крутые и тачку маленько прокачать. Это, конечно, когда будут уже деньги. Но, ребята, слишком долго стоим, уже зеленый вроде бы. На обгон. Да, кстати, можно с кем-нибудь даже и посоревноваться. У нас есть такси, но я хочу маленько позаработать. Потом можно с кем-нибудь устроить гонки. Но я думаю, эта тачка не прокачана, и на ней невозможно будет кого-то выиграть. Так, давай-ка дрифтом. Вошли в дрифт. Маленько поцарапали, ничего страшного. Да, проехали на красный, и такое бывает. Кстати, у нас мало бензина, нужно будет заехать, заправиться. Заправка как раз вот неподалеку. Сейчас завезем клиента и как раз заправимся. Так, хорошо, пропустим. Тут пропустим, и, в принципе, можно заправить сразу же. Эх, ух ты, жесть, там фура даже едет.
Мы тоже по сигналям. Проезжай скорее уже. Так, наша заправочка. Сейчас быстренько заправимся и продолжим нашего клиента отвозить. Так, окейшки. Заправились полный бак и поехали. 800 метров осталось, и первый клиент готов. Я также не знаю, сколько можно срубить за 3 километра. Может быть, конечно, потом посчитать и, конечно, приумножить. Но ночные, кстати, развозы гораздо будут дороже и гораздо будет интересно. Ночной вассант всегда опасный, и всегда там много клиентов бывает. А особенно ночные девочки у клубов. Так, кажется, едет на пляж. На пляж заграть свою булки. Эх, проскочим уже по тротуару. Чуваки, все в порядке. Интересно, сколько наш ГАЗ-24 выдает в километрах? Так, можно промчаться здесь. Надеюсь, не одностороннее движение. Так, нужно провечить. Вот так, мы умеем дрифтить. Ну, как бы пытаемся, научимся дрифтить. Мы на тачке тоже подрифтим. Чуть погодя, конечно. Так, и кажется, мы уже прибыли. Так, чувак заплатил нам сколько? Чаевых у нас 0 и 200 баксов. Это, в принципе, нормально. Всего же 5 клиентов и получается 1000 баксов. Это реально круто. Ну-ка, поехали, наверное, на пляж. Посмотрим, как у нас там происходит и что интересно. Интересно, есть тут... Так, ну давай-ка нажмем уже. Такси свободно и ожидаем нового клиента. Так, есть клиент, 170 метров. Надеюсь, там будет какая-то жаркая бабеца. Посмотреть на нее поближе, когда она сядет к нам. Можно было проехать, наверное, не здесь нам. Так, ребята, подвиньтесь. Так, все в порядке, можно выехать. Ух, какая красотка. Так, нам кажется, именно вот сюда. Да, детка есть, но какой-то у нее наряд. В принципе, модная деточка. И у нас 4 километра. Практически 5 километров, погнали. Наверное, все-таки прибавим скорости уже. Сейчас выйдем, наверное, на трассу и прибавим скорости. Мне хочется реально уже участвовать в гонках. И нам нужно... Это что такое, Ламборгини, что ли? Чертовски похож на Ламборгини. Сейчас посмотрим, как мы гонщик. Какой из нас гонщик? И, конечно же, я даже не знаю, как нам маневрировать именно вот тут, между тачками. Ух ты, да, промчались идеально. Практически идеально, 4 километра, я даже не знаю, на красный промчимся. Ребята, вот это просто замок получился. Так, спокойно, красотка, все спокойно, мы довезем тебя в целости и сохранности и за короткое время. Чувак просто без поворотника поворачивает направо. Так, погнали, снова на красный, слишком сегодня много красного. Ну, конечно, нужно достать клиентов очень быстро и заработать гораздо побольше деньжат. Завтра у нас будет опасный трюк, и как раз будет выходной. Я думаю, работать буду сутки через сутки. Да, будет ночные у нас перевозы. И довольно будет интересно посмотреть, как у нас ночные. Ну-ка, посмотрим, как у нас можем дрифт войти. Нет, не получился. И нашу тачку маленько поцарапали. Так, хорошо, поехали дальше. Если что, маленько заглотаем. Покрасим, и все в порядке будет. Буквально там 100 баксов, я думаю, будет достаточно заплатить. Ох, детка, держись. Как встали красиво. Кстати, можно даже с ним посоревноваться. Хорошо, погнали, 3 километра еще. 4 километра и 500 метров, наверное, будет, я даже не знаю, долларов 300 точно будет. Довольно будет интересно заработать 2000 баксов в день. Так, ребята, вроде зеленые. Я поехал вперед. Так, интересно, куда она едет? Походу, в райончик богатых. Чувак, чувак, двигайся. Нормально промчались. Прямо по тротуару. То, что нужно. Снова красный. Фу, нормально промчались. Так, хорошо, где наша детка жит? Ух ты, куда подниматься? Реально, там райончик богатых. Мы едем с пляжа и прям реально через весь город. Это очень далеко, я скажу. Хорошо, может, дрифтом войти и войти в дорогу. О, как красиво получилось. Так, хорошо, деткам, все в порядке. Надеюсь, ты без жалоб поставишь. Хороший комментарий. Быстрое такси и зеленый, погнали. Какого черта решил меня обогнать? Так, кажется, подниматься наверх. Там реально богатый райончик. Даже не знаю, там, наверное, тачки есть крутые. И можно реально что-то даже угнать. Мы, конечно, угонять ничего не будем. И снова нашу тачку поцарапали. Черт возьми, первый день, конечно, и маленько кома. Но ничего страшного. Тачку маленько починим. Так, осталось 1,5 километра. Как же далеко она... Ух, дикие животные тут. Какая красивая тут природа. Хорошо, осталось 1,5 километра по прямой, и сейчас, детка, держись. Мы прибавим скорость, даже включим, наверное, от первого, и сейчас посмотрим, как у нас. Сколько, интересно, максимум выжимает. Спидометр у нас работает, но я, кажется, не вижу из-за руля.
Ах ты жесть. Ну, держи, сейчас попробуем дрифтануть. Может, реально за городом? О-хо-хо-хо. Это было круто. Так, хорошо, осталось 900 метров. Мне хочется реально... Тут, слушайте, довольно хорошее место, где можно дрифтить. Ух, нормально. Прям по встречке выехали. Хорошо, детка, сейчас практически довезли тебя до места уже. И сейчас будет довольно резкий поворот. Там красная машина мешает. Ух, довольно неплохо получилось. Мы реально уже за городом. Тут есть даже и спуск какой-то. Ну-ка, спустимся с помощью дрифта. Неплохо получается. Мы начинающий дрифтер, в принципе. И уже ГАЗ-24, наша первая тачка, можно сказать. Так, практически я приехал, тут даже можно дрифтом войти. Чувак, какого черта снова без поворотника? Поехали дальше, вроде не вышел на разборке. Хотя я был готов выйти на разборки и дать ему просто по щам. А вот, походу, тут наша детка и обитает. Какая-то деревенская штучка. Так, мы приехали. Заплатить? Ох ты жесть, что это такое? Ну-ка, давай-ка за ней. Она реально нам не заплатила, второй клиент, и нам не заплатили. Нужно, по идее, было прикупить шокер, и с помощью шокера вот таких клиентов... Чувак, выходи скорее уже. Давай вдогонку, давай за ней вдогонку. Сейчас просто поощрим, даже не знаю, нужно просто ее обезвредить и заставить заплатить. Куда ты собралась? У нас, в принципе, есть нож, бейсбольная бита, а нам... Она испугалась. Она испугалась, и да, 300 баксов практически нам дала. Давай сюда чаевые. Хорошо, в принципе, она испугалась и уже пускай бежит дальше. По идее, можно вызвать копов, потому что таких нужно нарушать. Нарушить или наказывать. Так, хорошо, погнали. Мы уже за городом и можем маленько тут потасовать и также подрифтить, особенно на таких спусках. Ну, погнали.